Всем привет, мои друзья, с вами снова Иван. И сегодня я покажу, расскажу, как с самокатами посмотреть. И то, чтобы повесить вот такой крючок. Как вы помните, я уже весил крючок на деревянную стену. Я показывал, как посверлить бетон, чтобы повесить фоторамку. Сегодня я буду вешать на эту бетонную стену крючок вот такой вот, стрекоза. Это для того, чтобы вешать ключи вот от двери. Вот, поставили вставную ручку. Вот. Стенка здесь, конечно же, тоненькая. Вот, поэтому сверлить я буду дрелью. Вот. И для этого понадобится молоток, защитные очки, наушники, беруши, отвертка, саморезы, дюпеля нужного диаметра. То есть либо 5, либо 6 мм, у меня пятерочка Кернер. Вот. И также понадобится ударная дрель со сверлом диаметром 5 мм. Вот. Такие тоненькие стены я рекомендую сверлить ударной дрелью. А также, если у вас, скажем, ну, допустим, тонкая стена, потому что сзади вот там вот идет косяк. Вот я имею в виду вот таких вот стен. А также, если у вас кирпичные стены, тоже с временем при помощи ударной дрели. Вот. Сейчас сначала отметим место крепления нашего крючка. Заранее я уже отметил карандашом. Теперь при помощи кернера молоточка отмечаем, чтобы сверло не ушло, ну, с места сверления. Отметили точки карандашиком и ручкой. Так. Отметили. Вот. Я тут постелил газету. Вы можете постелить, не знаю, какую-нибудь тряпочку, пеленочку. Или вообще воспользоваться пылесосом. Потому что моим пыльничком, как вы помните, ну, неудобно пользоваться, потому что пространство ограниченное. Одеваем очки, наушники и берем сверли. Теперь сбиваем дюпели. Вот они у меня. И прикручиваем саморезами наш крючок.
второе. Так. Извините. Сейчас что-то с диплем случилось. Попробуем сейчас. Так, взял тоже теперь пятерочку. Так, ну все. Просто немного дипель у меня погнулся. Вот так. Просто дипелями из фикс-прайса. Вот, но несмотря на это, как бы на дипеля я много что повесил. Висит. Хотя по качеству они немного похуже, чем другие дипеля. И закрываем крышечкой. Ну все, о чем мы с вами повесили. Так что так. В принципе, это легко и просто, ничего трудного нет. Спрашивай, даже девочка. До свидания, всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Нажимайте на колокольчик. Всем спасибо. Всем пока.